Всем привет, очередное полезное видео. Сегодня мы затронем тему неисправных светодиодных ламп, которые мы обычно выбрасываем в мусор. А ведь их можно отремонтировать, да и сделать из них классную самоделку. И если же вам интересно, что же у меня сегодня получится, то давайте продолжим просмотр. Первое, что нам нужно будет сделать, это полностью разобрать лампу. Снимем рассеиватель. Для того, чтобы полностью демонтировать светодиодную плату с драйвером, мы воспользуемся паяльником. Нам нужно будет отпаять два проводка, сбоку и снизу по центру. Плату с светодиодами и драйвером демонтировали, теперь осмотрим ее. Зачастую светодиодные лампы выгорают или же сами светодиоды, или же конденсатор. Но в нашем случае ни на одном светодиоде нет черной точки, а значит они все целы. Теперь посмотрим драйвер. И видим, что конденсатор негодный. Его нужно будет заменить. Сейчас мы впаяем новый конденсатор, и лампочка у нас заработает. Конденсатор на этой лампе стоит на 3,3 микрофарада и 400 вольт. Найдем такой же и впаяем новый. Нашел конденсатор, который идентичен по параметрам. А по величине чуть-чуть больше, но это ничего страшного. Впаяем его. Ну все, давайте попробуем. Все четко горит, лампочка заработала. Теперь нам понадобится обычный компакт-диск, внутреннее отверстие которого нужно будет рассверлить до 35 мм. Теперь в наш компакт-диск вставим плату с светодиодами. Вот таким вот образом. И заклеим эту плату к диску быстро схватывающим клеем. Теперь наденем корпус, припаяем два проводка к цоколю и соберем полностью конструкцию. Ну все, конструкция готова, теперь склеим все клеем. Таким образом мы сегодня не только отремонтировали светодиодную лампу, но и сделали из нее классную самоделку. А это светодиодный прожектор, который можно вкрутить в любой обычный патрон, как обычную лампочку. И он будет светить не как обычная лампочка, а направленно, как светодиодный прожектор. Сейчас я вкручу его в патрон и покажу, как он светит. Друзья, ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А самое главное, не забываем смотреть мои предыдущие видеоролики и жать колокольчик под видео, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!